Пропавшую в Павлодарской области школьницу нашли убитой. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД. Тело 14-летней девочки было закопано во дворе заброшенного здания в 250 метрах от дома. Полицейские с собаками проходили здесь неоднократно, но ничего не могли обнаружить, пока не наткнулись на сменную обувь пропавшей. Как сообщил наш корреспондент, следов насильственной смерти на теле ребенка не было, назначена экспертиза. Сейчас на месте работает следственная группа, возбуждено уголовное дело по статье убийства. Напомним, пропала Настя Шарипова 21 октября в селе Евгеньевка. После уроков она вышла из школы и домой не вернулась. В ее поисках участвовали около 700 человек. Это полицейские, волонтеры и просто неравнодушные граждане.